Всем привет! Вы на канале «По ссылке из Китая». 2018 год, начало, первая распаковка в этом году. Будем открывать 6 посылок. Естественно, проведем конкурс, посмотрим, что в каждой посылке. Немножко позже расскажу, какие будут условия. Так, открываем первую. Что-то здесь нам напутали. Так, отрезаем. И здесь у нас какой-то ватник. Вот такая вот приблуда на руль. Вот такой чехол. В принципе, практически без запаха. Если у вас руль без подогрева, одеваете эту штуку. На любой, наверное, диаметр подойдет. Да, очень хорошо тянется резинка. И у вас не будут мерзнуть руки. Здесь внутри ну, такой непонятный материал, но приятный на ощупь. И вот эта сама шубка, в принципе, ну, не вызывает никаких отвращений у меня. Ну. Так, покатался пару дней с этой оплеткой. И могу сказать, первое впечатление было обманчиво. Во-первых, я изначально думал, что эта оплетка не налезет мне на руль Opel Corsa. Но, вы знаете, если даже на сантиметр, полтора-два был бы руль в диаметре больше, я думаю, натянуть можно было бы. Второе. Думал, что за счет того, что он стал немного более скользким, будет неудобно. Вы знаете, это просто дело привычки. Я уже привык, и меня вполне устраивает. Скользоты никакой я не чувствую. Но зато сейчас на улице минус 5. Просто до панели дотрагиваться проблематично, потому что очень холодный пластик, ну и руль, соответственно, точно так же очень холодный. А за эту шкуру берешься и чувствуешь себя комфортно, идеально. Выглядит не очень колхозно, как казалось изначально на фотографии. Ну, да, присутствует колхоз-стайл, конечно, такой. Ну, для сельской местности пойдет, как говорится. В принципе, я доволен. Можно такую штуку брать. Сезон покатался, даже облезло, если порвется, то ну, выкинул и не жалко. Зато руки всегда в тепле, не надо никакие ни варежки, ничего. Если у вас руль без подогрева. Переходим к следующей. И здесь у нас два вот таких вот бананчика. Так, два вот таких пенала банана. Я уже такой один заказывал очень-очень давно. До сих пор он жив, здоров. Ну, наверное, чуть отличается от этих. То, что мой предыдущий. Он как-то более длиннее, мне кажется, и немножко уже. Хотя, может быть, это просто так кажется. Очень удобная штука. Дети собирают всякую мелочевку, сюда закидывают. Хорошая вещь. За небольшие, относительно небольшие деньги, поэтому могу советовать и рекомендовать покупки. Так, открываем следующую посылку, и здесь у нас просто наклеечки. Да, таких три комплекта, я правда не помню, это идет три штуки или это все комплект. Очень большой минус то, что их приходится врезать вручную. Во всем остальном, в принципе, они достаточно неплохие. Снимаете пленочку. Окунаете эту наклейку в воду или просто под проточную воду. Вот видите, ничего у меня здесь нету. Прикладываете и, в принципе, буквально пару секунд. Чуть-чуть пошло. Все, сняли. Вот у вас, пожалуйста, наклейка пустая. И такой шрамчик у вас остался. Она сразу же очень плотненько уже сидит и смыть ее, ну, проблематично, надо нормально пошкрябать. В принципе, хороший товар, рекомендую для розыгрышей, для Хэллоуина, я думаю, подойдет. Здесь очень плотненький какой-то пакетик, буду стараться аккуратно открывать, а хотя нет, можно не стараться, здесь все хорошо запечатано. Так, убираем пакет в сторону, и здесь у нас находится 5 USB звуковых карт, очень годный товар. Покупаем мне первый раз. Рекомендую к покупке. Так, здесь у нас
находится, пока я не знаю, что это такое. Все, я догадался, вспомнил. Это у нас графический планшет. Вот такой вот малюсенький. Буквально, наверное, пару дней назад видел у кого-то уже такой на обзоре, только там был большой. А здесь у меня вот такой маленький. Заказывал я его достаточно давно, наверное, 11-11, если я правильно помню. Но посылки в Беларусь едут очень медленно, и поэтому доехал до меня только-только. Ну что, так, удалить. А, я его неправильно держу. Вот так мусорное ведро нарисовано. Посылка из Китая. Так, а вам как-то вот видно. И одним нажатием все удаляется. Да елки, из-за софтбокса все бликует и ничего не могу показать. Так, ну в принципе вещь рабочая, вещь годная. Как долго она прослужит, я не знаю. А, никаких отсеков ни для батареек, ничего нету. И от чего он работает, если честно, тоже понятия не имею. Если вы знаете, как и что, напишите в комментариях. Буду благодарен. И, так сказать, вам плюс в карму. Ну, хорошая, прикольная штуковина. Детям побаловаться. Или просто даже какие-то заметки оставлять. Там, жена мужу на холодильнике что-нибудь напишет. На магнитике приклеит. Или на столе оставит. Так. Здесь у нас находятся какие-то вещи. Открываю очень-очень нежно. Так, и здесь у нас находятся вот такие вот лапти. Детские тапки. Тоже товар шел очень долго ко мне. Я уже даже думал, что на него придется открывать спор. Но нет, все-таки доехали. Вот такие лапы динозавра. Размер, наверное, где-то 36, может 37. Ну, где-то так. Покупал для сына. Померяем, покажем. Теперь расскажу вот про эти замечательные чудо-тапки за 6 баксов. Очень мягенькие, приятные на ощупь. Сыну понравились, одел на ногу, сказал, все, это мои любимые тапки. Но все бы ничего, если бы через 2 дня не порвался этот тапок, а на 3-й день не порвался вот этот. Ну или наоборот, точно не помню. Плюс потом я решил посмотреть, как они сделаны внутри, засунул руку, а там точно так же все изорвано в хлам. В одном тапке и во втором. Показать, извините, не получится, потому что, ну, это надо полностью их тогда вывернуть, и они еще дальше больше порвутся. На влажную ногу после ванны вы эти тапки не в... Ну, не сможете одеть однозначно, потому что нога просто туда не будет залазить. Только на сухую ногу, либо на носок. Поэтому $6 они однозначно не стоят. Центов 20, да, одноразовые тапки. Сделать какой-то карнавальный костюм. Также на Хэллоуин или какой-то праздник. Просто побегать, интересная вещица забавная. Но $6, увы, нет. Это говно. На этом наше видео подошло к концу, распаковочка закончилась. Если вы досмотрели это видео до конца, можете принять участие в конкурсе. Напишите абсолютно любой комментарий, как только это видео набирает 100 лайков, мы разыгрываем 100 российских рублей. Результаты конкурса можно будет узнать на моем втором канале. Ссылку можно найти под шапкой описания в интересных каналах. А также на ВК-странице можно перейти, посмотреть. Подписывайтесь на мой второй канал, на мой основной. Комментируем, лайки. Всем пока!